Добрый день! Начинаем семинар. Сегодняшний семинар по газовой динамике заканчивает первый раздел программы. На следующем семинаре мы предполагаем сдачу задания. Да? Помните про это? А сегодняшний семинар как раз рассмотрим два ярких эффекта по газовой динамике. Они вам обязательно понравятся, но они соответствуют двум последним задачам, которые надо посмотреть. Тема, можно сказать так. Сверхзвуковое сопло Лаваля, сверхзвуковое сопло Лаваля. Ну и важные слова здесь тоже, их обязательно прокомментирую. Напишите здесь расчетный режим. Так, расчетный режим. Но давайте начну с рисунка. На последнем семинаре мы смотрели квазиодномерное течение газа. Я напоминаю, газодинамика – это гидродинамика на изоэнтропии. Да? У вас идеальный газ, предполагается, что адиабатическое течение, то есть газ на изоэнтропии, идеальный газ, уровень станет для него хорошо известно, отсюда его значение на изоэнтропии тоже хорошо известно. Вот ярким приложением такого течения является как раз придуманная Лавалем конструкция, сопло. А вот я его воспроизведу. Значит, смотрите, вот я нарисую одну прямую линию. Это прямая линия. Квазиодномерное течение. Напоминаю, да? А вот это вторая прямая линия. Почти прямая линия. Вот. Вот так она выглядит. Я сейчас напомню вам, во что мы тут играли. Есть минимальное сечение и есть максимальное сечение. Идея конструкции устроить таким образом, чтобы газ ускорялся в потоке. Но я напишу сразу P0, сейчас поясню. P звездочка, а здесь P external. Давайте по физике. Значит, наверняка вы в детстве поливали, летом поливали растения из шланга. Было дело? Или друг друга? Большая забава. Что вы делали? Брали шланг, сжимали его, да? И при этом ускоряется струя. Вот это вот первая часть конструкции. Для этого сделано. Сжать шланг. Если у вас жидкость была бы несжимаемой всегда, то у вас просто при сжатии расход сохраняется, скорость должна расти. Все, хорошо известный эффект. Замечательно. Теперь мы с вами обращали внимание, формулы писали замечательные, что оказывается, такая вещь работает до тех пор, пока скорость в сжимаемом потоке не достигает критической, то есть не совпадает со скоростью звука. Было такое рассуждение? Было такое рассуждение. Пользуясь случаем, хочу пофилософствовать. У нас скорость звука много раз упоминалась. Тексте. Но вообще говоря, в нашем курсе никакой акустики нет. Мы волновое уравнение для звука не решаем. Никаких звуковых волн не рассматриваем. Скорость А квадрат, который там стоит во всех уравнениях, это не что иное, как сжимаемость. Чисто теоретический параметр. Да? Вот сжали, и она начинает ускоряться. Поэтому, если вы, когда смотрите на иероглиф А квадрат, считаете его то это сжимаемость, это будет просто право. В первую очередь здесь сжимаемость, а уж потом скорость звука. Это занятное обстоятельство. Это первое обстоятельство. Дальше. Получается так, что как только скорость достигает скорости звука, никакого смысла сжатия нет. Если вы будете сжимать сверхзвуковой поток, то он будет замедляться. Поэтому Лаваль придумал, как только скорость застанет скорости звука, сделать уширение канала таким образом, чтобы газ уширялся. Вот эти общие слова, давайте я слова напишу здесь. Значит, давление торможения P0, это вот. Это считается, ну как, что-то вроде камеры сгорания, где у вас скорость вообще нет никакой, кстати, полезного. P0, давление торможения.
Так, да что ж ты будешь делать? Мел какой-то сегодня, просто совсем. Мел. Значит, давление торможения. Не пишет. P0, Mach равен нулю. Это вот, вот это вот, вот здесь вот. Дальше. Критическая точка. Критическая точка в горле. P со звездой, критическое значение. Число Маха здесь чему равно? Правильно, золотые слова. Это определение критического, критической точки. Скорость течения совпадает со скоростью звука. Ну и, наконец, у вас конструкция конечная. Очень важное обстоятельство. Давление на выходе. Давление на выходе. External. Ну, букву Е, если напишешь, то ее не видно. А X – это external, внешнее, да, пусть будет. Вот, и здесь в сказанных словах Мах больше единицы. Именно потому, что мы через горло перешли. Теперь важный комментарий, что такое расчетный режим. Давайте сразу его сделаем, это важные слова. Но расчетный режим означает, а в скобках требует, вот то же самое, следующее обстоятельство. Первое. Критическая точка. Критическая точка в горле. Вот это в горловине сопла. Как лучше написать? В горловине, в горле, как вам удобнее. В горле сопла. Это очень важно. Это означает сверхзвуковое течение. Если по какой-то причине вы не достигаете в горле критической точки, а после этого начинает канал расширяться, что у вас будет происходить? Было дозвуковое течение, и опять будет замедляться в дозвуке. Это означает, что слово, которое я наверху написал, необходимое. Сопло лаваля, которое не сверхзвуковое, называется диффузором. Но это мелочи. Это к слову, да? То есть это важное слово. Это первое обстоятельство. Вот. Второе обстоятельство чрезвычайно важное. У вас давление газа на выходе. Лучше написать потока газа на выходе. Давление именно потока. Потока. Слушайте, мел неудачно. У меня вообще неплохой почерк. Но это мел просто как-то с доской. Ну, вы сейчас выйдете к доске, почувствуйте. Давление потока газа на выходе совпадает с, как сказать, с внешней атмосферой. Как с внешним давлением извне. Точно. А слово точно еще лучше будет, если напишите. То есть вот это external на выходе совпадает точно. Ну вот. Значит, если это не так, что происходит? Я сразу скажу, отвлекаюсь. Чего это требует? Тут есть два хода. Хорошо, если у вас это выходное давление больше, чем давление на выходе, чем давление извне, то это ничего страшного в некотором смысле. У вас продолжает струя дальше расширяться. Вот, просто часть ее энергии, к сожалению, в тягу не уходит. Ну, по крайней мере, сопло сохраняет свою форму, и можно с ним работать. У нас такие случаи будут. Во втором задании будем смотреть, там, течение Прандтля-Майера, это такие вещи. Но если у вас по какой-то причине давление на выходе окажется меньше, чем давление атмосферное, внешнее, то с подавляющей вероятностью такой режим не будет аккуратно стоять, у вас возникнет система ударных волн, скачков, да, и все это дело запрется. Да? Никакого сверхзвука не получится. Это первое. Ну, я пока мелким шрифтом говорю. Вот. Это вот второе обстоятельство, которое считается необходимым для того, чтобы было расчетный режим. И третье тоже важное. У вас поток газа постоянен? А, расход газа
расход массы газа постоянен. Это означает, ну смотрите, у вас расход газа постоянный. Расход газа определяется потоком насечения. Мы сейчас это увидим. Максимальная плотность потока, кстати, где? Максимальная плотность потока. Точно. Это мы на прошлом семинаре неделю назад этим занимались, специально там производную брали, важные обстоятельства получили. Максимальная плотность потока здесь. Умножаете ее на насечение, получается поток, который сохраняется. Так вот, расход газа постоянен, необходимо правильное, или лучше написать корректное, напишите слово корректное, вот оно лучше, корректное, отношение сечений. Отношение сечений А макс к А минимальному. Вот это называется расчетным режимом. Как правило, нарушение одного из этих пунктов влечет за собой нарушение других сразу же. И этот режим очень хорош, потому что если вы его достигаете, это следующий пункт нашего семинара сегодня, посмотрим, как тяга выглядит. Но сначала с этим разберемся. Теперь это предварительные слова. Теперь все у нас готово для формул, все было. Значит, формула длиннющая в прошлый раз получена, правильно вы сказали словами. Максимальная плотность потока, где? В критической точке. Да, о чем было замечательное доказательство в критической точке. Вы в явном виде нашли формулу, да еще это продифференцировали, показали, что это максимум. Я его приведу. Gmax это есть ρ со звездой на V со звездой. Но тут давление стоит, соответственно, звездочка означает критический параметр, как на семинаре. Тут все эти формулы были. ρ0 2 разделить на гамма плюс 1. Значит, критический параметр однозначно связан с параметрами. Я тут помечу ρ0, Т0, А0. Вот это вот параметры торможения, они заданы для всего течения потока. Коль скоро вы считаете его адиабатическим, разумным образом. Все это есть. Можно здесь пометить. Пока у вас опыта большого нет. Индекс 0 означает, что у вас течения здесь нет никакого. Вы использовали интеграл, вернули, так что здесь скорости нет никакой. Нулевой скорости нет. Я продолжу. Формула длинная. Здесь корень. Это плотность, просто плотность, я как понимаю. Это плотность критическая, а потом скорость критическая. 2 делить на гамму плюс 1 от скорости звука. Это P0 на ρ0. Вот так, если он через плотность его выражается. Или, что то же самое, эта формула, по-видимому, была. Гамма ρ0 P0. Корень квадратный. 2 разделить на гамма плюс 1. Гамма плюс 1 на 2 гамма без единиц. Эти формулы были в прошлый раз получены. Они должны быть у вас. Должны быть. Есть? Есть. Очень хорошо. Теперь смотрите. Подберем условия, когда вот это выполняется конкретно для конкретного течения, подберем вот эти параметры так, чтобы все выполнялось. Я, кстати, вам там задачу сформулировал самую простую. То есть газ при давлении вот здесь вот просто нормальный обыкновенный атмосферный газ. А в сопле создается большой довольно перепад. Тут одна атмосфера, тут, по-моему, 0,1 атмосфера. Я хочу сказать, что перепад полуатмосферы, он способен разломать кирпичную стенку. Поэтому довольно большой перепад давления. И, конечно, поток пойдет через сопло, пойдет сверхзвуковой. Надо только сформулировать, как относится к другому. Все параметры течения так, что совпадают. Кстати, если вы будете решать задачу, я просто потом подумал, вы можете, я даже рекомендую вам по своему вкусу
задать здесь какие угодно параметры. Ну, например, температуру от реальности, если вы смотрите двигатель какой, температуру-то можно взять не комнатную, а 3000 градусов. Да? И все будет то же самое, только результат будет ближе к ракете. Вот все. Вот, это я так отвлекся. Очень хорошо. Теперь постоянный расход. Значит, постоянный расход. Но он равен Q, это и есть рост со звездой, V со звездой на А минимальное. Это в критической точке. Критической точке, очевидно. И он обязан, та же самая формула будет на выходе. Rho-ext, V-ext, A-max. Это на выходе. Эти две вещи должны совпадать вот по пункту третьему. Все, очень хорошо. Ну а дальше, смотрите, мы тут с вами... Вся наша наука – это два уравнения. Еще раз говорю. Это интеграл Бернули и Абата-Пуассона. Было дело? Вот на этом интеграле Бернули мы на Абате-Пуассона, по-моему, даже на позапрошлом семинаре сели и посмотрели все зависимости в каждой конкретной точке, да, от числа Маха текущей. Были формулы? Формулы были? Да. Были. Но вы их и получили, кстати. Ну так вот, а это означает, что я в любой точке могу получить число Маха, если известно давление. Но мне не надо в любой точке, я вот здесь вот хочу. Число Маха на выходе. Число Маха на выходе. Но я не буду писать, что я на external по умолчанию, M пусть будет стоять. Вот оно есть. Ну как? Давление известно, давление исходное тоже известно. Все. По этим двум давлениям вы получаете формулу 2 на гамма минус 1 P на P external. Это гамма минус 1 делить на гамма минус 1. Вот так все. Вот, кстати, значит, когда мы с вами будем обсуждать решение этой задачи с параметрами, которые вам больше понравятся. Не обязательно поставить то, что я там поставил. На мой взгляд, слишком простые вещи, но ничего страшного. Так вот, мы начнем с того, что я поинтересуюсь, какое число Маха на выходе у вас. Да? Тут есть некоторая классификация. Что такое гиперзвук? Знаете? Да, m больше 5. Вот m больше 5 считается гиперзвук, потому что во всех уравнениях Мах квадрат ходит 25, это что-то такое, которое гораздо больше единиц заведено. Вот. Ну, поэтому тут можно мастериться. Ну, все, а дальше что? Ну, давайте доведем дело до конца. Я просто хотел бы, чтобы кто-нибудь не спеша. Я сейчас формулу напишу. Значит, по этим формулам вы можете рассчитать. Значит, P external задано. Отсюда следует, что у вас есть Мах, у вас есть скорость, у вас есть плотность, у вас есть температура. Ну, все вроде, ничего больше не надо. А формулы вот какие? Rho 0 к Rho external. Они были, эти формулы. Я их просто приведу, чтобы вы... Плюс гамма минус 1 на 2 m квадрат в степени 1 на гамма без единицы. t0 p external. Это есть 1 плюс гамма минус 1 на 2 m квадрат. Очень хорошо. Ну вот. Ну, скорость звука. Скорость звука как определяется?
По температуре. Скорость звука от чего зависит, кстати? Только от температуры, совершенно. Ну, температура масс, правильно. Но температура здесь варьируется, а газ у нас все задан. Поэтому есть просто корень из гамма t external делить к m. Ну, как только вы скорость звука достали, ну, температуру достали, скорость звука достали. У нас, следовательно, вот это важная величина, скорость истечения на выходе. Скорость истечения на выходе. Это есть Мах известный, на скорость звука известная. Вот, все формулы я написал. Ну что, требуется просто от вас. Кто-нибудь вышел бы и алгебраически все проверил? Да, я, смотрите, значит, во что идет игра? Все тут зафиксировано, но надо одну вещь обязательно проверить. Вот эту вещь, она не может быть произвольной. Да? Поэтому очень хорошо. Значит, смотрите, что там? Значит, это вообще просто все известно, да? Поток, максимальный поток известный, да, значит, это все известно. Значит, вам надо достать ρext, vext, потом сравнить вот эти две вещи и посмотреть отношение сечения. Не спеша. Работал алгебраически, формулы длинные, ну, ничего не поделаешь. Ну, конечно, да, естественно, нет, смотрите, Мах, ну, я еще раз напоминаю, важна идеология, а не формула. У вас все параметры течения вот, определяются. Так, кстати, вот здесь вот по ноль. Конечно. Вот. Все. Что? Откуда эта формула взялась? Все формулы вытаскиваются только из соотношения Бернуля. Вы пишете уравнение Бернуля на изоэнтропии в разных вариантах. Считаете, что вот здесь у вас скорость равна нулю, да? Что такое число Маха? Это отношение скорости к скорости звука. Там Бернули можно через уравнение Бернули можно через скорость звука записать. И все, подставили, получили. Так, эти формулы просто вы и получили на позапрошлом семинаре. Было дело? Есть они у вас? Ну и все, идеология простая. Значит, смотри, ну ничего не поделаешь. Надо немножко все-таки, давайте посмотрим, мне самому любопытно, что получится. Значит, что надо в ответе найти? У нас мы это выполнили, да, критическое сечение в горле сопла стоит, да? Второе, мы тоже выполнили. Предполагается, что у нас давление на выходе точно совпадает с давлением извне, так задача поставлена. Цифры там такие, здесь одна атмосфера. Здесь 0,1 атмосфера. Хочу вам сказать, что такой перепад давления гарантирует вам очень сильный поток. Я потом цифры вам приведу про давление. Давление по атмосфере снесет кирпичную стенку. Поэтому поток-то будет, конечно, сильный. Я потом подумал, я вам советую, вот поварируйте температуру, там могут быть любопытные вещи. Если вы хотите Мах поднять на выходе, да, то температуру надо, конечно, повышать. Вот. Все, ну это я так, по физике отвлекся. А теперь вперед. Ρext надо достать. Во! Конечно. Ρext, потом Vext, потом отношение сечений. Ну, через Мах вы просто выразите. Ну, конечно. Тут слова важные. Число Маха на выходе определяется просто давлением на выходе. Ну, все. Просто в задаче, которые у вас, по цифрам, которые там стоят, я поставил, у вас течение будет с Махом примерно в районе двойки. Это не гиперзвук. А чтобы гиперзвук, нужно... Вот. Но это вы мне должны будете сказать, что там получается, чтобы цифру посмотреть. Ну, давайте, да, проверим.
Все, есть? Да. Отлично. Так, ну Мах-квадрат тоже есть. Можете здесь написать. Мах-квадрат-то есть, да? Да. Так его можно, ну, это очень здорово. Напишите здесь, Мах-квадрат равно. Раз ваш там Мах-квадрат, вот это надо Мах-квадрат прибрать. Да, это P0, да. Ну, конечно, P0 на P external X. Ну, если написать просто E, то не видно. Так, параметр гамма, помните, что это такое, да? CP к CV в воздухе 1,4, популярная величина. Вообще, если воздухом заниматься, я выражаю электрический параметр. Ну, оно, я вам попробую... приводил на прошлом семинаре, оно во всех хороших книгах есть для воздуха. Я могу сразу сказать, что... Ну, естественно, конечно, конечно, так и надо сделать. Попытаться это и надо сделать. Да-да, давайте, давайте. Кстати, это у вас здесь минус, вот минус, да? То есть эта штука... Правильно. Ну, хорошо, это значит в знаменателе стоит. Хорошо, хорошо. Вот, вот здесь вот. Вот здесь вот. А-а-а. Вот так, да? А, вот здесь скобочки не хватает, да? Ну, конечно, да, это я не дописал. Да. Я хотел вас спросить, скажите, а вы сейчас, наверное, вы же люди продвинутые, наверняка программируете, да? Просто соблазн большой, вот все эти формулы длинные. Для воздуха вообще совсем просто, имея в виду, что есть явное выражение электрических параметров, просто с числом уже. А если не для воздуха, то написать программу. Тогда у вас в этой программе просто по начальным значениям всегда будет результат сразу. Если не поленитесь, напишите. Я на приеме задания, мне нужны две вещи будет. Первое, чтобы вы проявили понимание, что происходит, да? А второе, назвали мне два числа. Первое, это число Маха на выходе. И второе, отношение сечения. Мы сейчас выразим просто для вас Зачем нам было? Ну, ничего, ничего. Что там получили? А диабат Пуассона? Вот. Ну, прекрасно. Все. Очень хорошо. Замечательно. Замечательно. Сейчас. Очень хорошо. Правильно. Но это значит, нет, как зачем? Как зачем? Значит, формулы правильные. Сейчас. Василий, представьте, пожалуйста. Василий, где вы? А, сейчас, сейчас. Сейчас я посмотрю. Кузьмин, да? А вы здесь есть у меня? Да, вот где-то тут был. Вы от меня получаете, да? Вначале, наверное. А, да, все хорошо. Вот я вам пометил, что... Замечательно, прекрасно. Я отвечу на ваш вопрос. Мах – это универсальный параметр. Как только Мах сказали, вы по нему все считаете. Да? Вот все. О позе формул. Так, что тут получили? Роэксты известные, да? Ну пусть кто-нибудь выйдет, добьет дело. Не. Отношение сечения, это я хочу посмотреть. Так. Так, здесь вот надо поставить восклицательный знак. Это формула правильная? Нет, вот она. А, в смысле здесь не хватает. Формула правильная? Во, напишите. Пуассон. Это вы сказали правильно. Все так, да. Замечательно. Теперь, ну что, ну давайте дальше. А нет, а как вы вот скорость звука вот, только через Мах можете достать? Я не знаю, как по-другому. В смысле, внешняя скорость течения по Маху определили. Мах нашли.
Так, ну кто хочет поработать чуть-чуть? Я бы хотел попросить того, кто никогда не был. А, мадемуазель, мне жалко. Вы, конечно, сделаете. Ну хорошо, все. Вперед. Смотрите, что надо сделать. У вас не может быть вот это отношение. Вот параметр АМАКС не может быть каким угодно. Хотите отношения сечения, хотите АМАКС найти. А лучше отношения, безразмерный параметр. Отношения сечения. Так, что там, доска у нас, где у нас? Так, роэкст есть? Этот поток просто есть. Роэкст есть, значит, вэкст. Вэкст. Вам надо где-нибудь его написать. Вот здесь вот напишите. Vx нет. В явном виде напишите. Vx. Равен мах. Вот. Вы нем прям вот выписываете его. Да, обязательно. Минус один. Так? Вот. Это и корень, из всего этого корень квадратный. Из всего этого корень квадратный. Вот. А теперь у вас еще стоит скорость звука. Да. Скорость звука это корень квадратный из гамма. Ну, напишите сначала tx делить на m. Вот. А тут у вас продвинутые люди сидят, которые скажут, что вам температура на выходе можно получить как? Из пуассона, да? А есть она у вас? Пуассон? Ну, конечно, для температуры. Нет, ну температура. Нет, пуассон давление с температурой. Ну, правильно, ну сейчас. Температура уровень состояния. Где она? Слушайте, нужна скорость. Нет, ну как, вот скорость подставили, температуру как? Поставь. Почему? Не. У вас есть уровень состояния? P равняется ρmt. Есть такая вещь? Да? Ну все, и отношение для температуры. Нет, для температуры, да я просто я его не помню. Т к Т0, это что такое? Как оно выглядит? Нет, Т к Т. Как выглядит? Ну вот я степень, ну я легко посчитать, но... Нет, а через давление. Ну, у нас через давление идет все. Ну, P это есть рост степени гамма. Ну, какой там результат? Значит, и у вас есть вот такое соотношение, и P пропорционально рост степени гамма. Других соотношений нет. Вот верхнее называется пуассон, а вот это называется уравнение состояния. Я напоминаю вам, тут температура гидродинамики во вторую. Вот здесь вот в газовой динамике температуру во вторую лигу убрали. Вот значит, температуру через скорость звука. Гамма минус 1 на гамму. Как? Гамма минус 1 делить на гамму. Гамма минус 1 делить на гамму. Значит, под вашу ответственность. Все? Правильно? Не, ну все. Ну, соответственно, экст. Экст. Естественно. Все. Тогда, ну давайте, ну и что, собираем. Только формулу не потерять. Значит, АМАКС камин. Сейчас, вот можно я вот это? Нет, а это тоже. Сейчас, давайте я вот здесь вот вытру. Так, вот этого, это у вас ЖМАКС. Да? Все. Теперь все. АМАКС. Отношение. Выходного сечения к критическому. Это есть вот отсюда вот хорошо видно, что это что. Ну, да.
Это отношение, ну они равны друг другу. Значит, вот эта вещь. Да, правильно. Да, правильно. Во, все, все правильно. Вот это то, что здесь нарисовано, вот это называется G-макс. Вот он, можно его просто переписать. Не, прям, не, я хочу явную формулу. И вот она. Здесь все известно. О, замечательно. И теперь здесь дробь. Не, ну тут получается хорошо. Здесь тут что тут? PX делить на P0. Да, там будет. Только Ро 0 надо не забыть. Там еще у вас сейчас подсократится Пуассон, наверное, как-то там. Так, это вы что подставили? Слушайте, это как-то странно. Это вот это, да? Но это минус, это надо было PX, надо было... У вас знаменатель стоит? Ну ладно, оставьте так, чтобы не переписывать. И что там еще? Да? Ну, тут степень даст. Ладно. О, все, оставим так, как есть. Важно, важное дело по физике. Все, спасибо. Очень крокодильская формула. Спасибо. Значит, что нужно написать, записать? Резюме. В расчетном режиме. В расчетном режиме отношения сечений однозначно задаются параметрами торможения раз, ну давлением, да, параметрами торможения, давлением на выходе. Вот это есть функция двух параметров. Зависит от P0. Ну там на самом деле P0, T0, через P0, T0 и все остальное вырезать. И вот от трех параметров все можно свести. Это первая вещь. Второе. Важные характеристики. Важные характеристики. Уж так, безразмерные характеристики. Важные безразмерные характеристики сопла Лаваля. Их два. Число Маха, с которым я начал. Потому что она характеризует, до какой степени вы поток разгоняете. Гиперзвук, не до гиперзвука, простой. А вторая вещь, вот это вот, ничего не сделаешь. Это резюме. Ну давайте идем на перерыв. Давайте перерывим еще ремарочку одну. Ремарку. Знаете, ремарка важна. Ремарка, напишите в конце. Какие у нас допущения были главные? Все, у всей теории. Адиабатичность течения, раз. Нет, это все мелочи. По-крупному, какие вот в
В теории там напишите, значит, вот как сказать, ограничение теории или важное допущение теории. Допущение теории. Их два. И они оба, между прочим, за ними надо следить. И первое вообще не так просто сформулировать. Это адиабатичность процесса. Адиабатичность процесса, то есть является ли процесс изоэнтропой. Изоэнтропа ли? А вторая вещь тоже, она важная. Я вам с нее начал. Вот эти две кривые считаются прямыми. На самом деле это не так. Напишите квазиодномерное течение. Вот. Поэтому то, что вы сделаете, это не более чем хорошая физическая оценка. Уходим на перерыв 5 минут, потом замечательные вещи собираем. Подождем. Сейчас повеселее буду, позабавней. Пишем реактивная сила. Реактивная сила. Так. Постоянный расход потока газа. Q это есть. Ну, например, по критическому сечению, значит, есть у вас постоянный расход потока газа. Это не что иное, как dm по dt. И это вещь константа. Задана. Дальше сила. Сила dp по dt. Слово p напишите, импульс. ДП по ДТ, ну рисунок в общем тот же, да, сюда течет. Я хочу понять, какая сила реакции будет вот в обратную сторону. ДМВ по ДТ. Это есть М. ДВ. Уж так. В на ДМ по ДТ. И плюс М. ДВ по ДТ. Вот это вот ДВ по ДТ, это вот, ну как сказать, на выходе. На выходе скорость постоянно. Скорость, это значение скорости в конкретной точке. Меня интересует в выходном сечении. Поэтому сила определяется двумя параметрами. F равняется M, ну V dm по dt, или есть q на v, где q это вот расход потока газа. Вот. Но тут что нужно сказать? Что вот эта вот оценка, это примечание, это оценка реактивной силы сверху. То есть не предполагает, что нет никаких потерь. Ну и потом простая картина, что нет никакой притока массы извне. Только вот оттуда вот из двигателя, который все это дело шевелит. Оценка реактивной силы сверху. Это первое. Дальше. Да, ну надо пометить. V это вот относительная скорость. Относительная скорость потока. Как мы выяснили, в external она пропорциональна корень из t0 к m, она пропорциональна, ну там с коэффициентом зависит от температуры торможения. Отсюда следует, если вы хотите большую скорость получить, то выгодно какое топливо? Чем легче,
Ну так, энергетически выгодно, водородно, напишите. Энергетически выгодно, но технологически это целый разговор. Но энергетически выгодно, как-то легкое, водородное, хорошее слово, водородное топливо. Такие аппараты есть, разумеется, но с ними серьезные технологические проблемы есть. Это один разговор, ну потому что с водородом трудно работать, он того и гляди рванет. Поэтому тут вот особый разговор. Но вообще говоря, вот это обстоятельство важно. Так, теперь здесь рядом лежит один пункт, который мне хотелось бы вам напомнить. Давайте посмотрим, как движется ракета. Ракета без внешних сил. Ракета без внешних сил. Просто рядом лежит. Ну, давайте я нарисую. Вот у вас замечательный вот такой вот аппарат есть. Вот я нарисовал ракету, которая вот сюда вот со скоростью V по оси X летит. Где-то она реактивным образом, никаких крыльев у нее нет, никакого забора воздуха нет. Назад идет поток газа U. Значит, в любой момент времени в любой момент времени m dv по dt это есть реактивная сила. Это понятно. Дальше реактивная сила. Только что мы и обсуждали. Это произведение q на v. Q на u. Вот q на u я помечу. Вот. И, значит, помечу Q, это здесь есть минус dm. Да, вот так надо написать. Здесь Q, это есть расход. Вот я это написал, выражение для Q, dm по dt. Но это есть минус dm по dt. dm по dt меньше нуля. Понятно, да? Масса падает, поэтому значение для расхода вот такое. А U – это вот относительная скорость. Предполагается, что двигатель у вас устойчиво работает, наподобие вот расчетного сопла Лаваля. Так что эта скорость постоянная, положительная. У нас она только что обозначалась в external, чтобы было понятно. Ну и все. Пусть кто-нибудь выйдет, решит уравнение для скорости. Что получится-то? Какая формула? Она кто сказал? Правильно, давайте. Кто сказал? Я знаю, ты зачем мне решать. Не-не-не-не-не, там есть, там два слова я скажу. Я называю формулу Циолковского, хотя она в учебнике Мещерского была проведена. Ну, давайте, тут все легко. МДВ по ДТ. МДВ по ДТ равняется минусу. Минус. Да, ДМ по ДТ. Да. О, совершенно верно. Да, можно так, да. Вот это называется. Это хороший прием. Уравнение там. Да. Хорошо, да, да. Тогда В через М решите, да. Пишите, ДВ равняется. Формулу помните, можете сразу написать, что это такое. Это что такое? Дельта V, но изменение скорости. Нет, это оператор Пуассона, не надо его лишний раз трогать. У нас пока... Нет, зачем? Напишите. Напишите V, просто интеграл пишите. V равняется минус U D. Что у вас стоит? Ну хорошо, пишите интеграл, да. Дм. И плюс константа. Чего ж тут думать-то? Вот так тогда. Раз. Я думал, вы формулу помните. Хорошо. Давайте берите
Возьмете? Что тут? О, натуральный логарифм. М0 к М. Золотые слова. Да. Да, С, правильно. Абсолютно верная формула. Так, давайте так. Ну, я не буду вас лишать успеха. Напишите В от Т. В от Т. Вы Т убрали, а на самом деле нас там интересует. Равняется. Именно так. Это, вот эту, ну, эту константу тут... Вы уже одну константу уже написали. Да? У вас М это же константа, как вот это С, да. Все. Во. Золотые слова. Все правильно. Все, спасибо. Вот эта формула, она в русской литературе именная. Циолковский. Пусть будет. Хотя, еще раз говорю, в общем, она довольно известна была у профессора Мещерского в начале века прошлого. Прям в книге. Не исключено, что Циолковский такие книги читал. Но... Ладно, теперь слова те же самые, значит, скорость, комментарий какой? Первое, скорость, в первую очередь, зависит от скорости, которую надо набрать, зависит от скорости струи, чем она выше, тем лучше, водородное топливо выгодно, только что говорили. Дальше, ну, логарифм это мало меняющаяся функция, медленно меняющаяся функция, но все-таки получается, что у вас расход массы, чем больше отношений, тем, значит, на излете увеличивается скорость. Ну и одно забавное обстоятельство я хочу вам привести здесь в качестве примера. Вот тут мне на него кто-то из вас навел, меня на прошлом семинаре спросил, как же так, как ускоряется двигатель до космической скорости. Спросишь? У абитуриента как-то раз спросишь, любого абитуриента, с какой скоростью надо стартовать, чтобы выйти на орбиту Земли-то? Он бодро отвечает с первой космической дали, со второй. Да? Обращаешь, да, ну конечно, обращаешь внимание, что на самом деле, если у вас есть двигатель на ракете, то можете стартовать с любой скоростью. Более того, не всегда выгодно. Большая скорость не всегда выгодна. Иногда достаточно небольшой скорости, всякие эти маневренные двигатели малой тяги работают на очень малых скоростях и тягах, чтобы только маневрировать. Давайте сейчас задачу решим, потом я вам в конце расскажу полезный случай, который есть. Все, ну это все понятно, да? Пусть будет. Ну вот, а теперь... скорость на выходе, но она же, нет, слушайте, она определяет, я рассуждаю просто, скорость на выходе, ну только что формула, она должна зависеть от А0 как-то. Должна зависеть, только не по корню, а по А0. Просто по размерности. Здесь у вас звук, правильно? И здесь скорость звука, и здесь скорость, да? Ну, поскольку у вас параметры нулевые, зависит только от этого дела, но я не знаю. Поэтому... А какая там формула была для скорости? Что? Во-во-во-во-во, неважно. Я хочу сказать, что она просто... Меня важно было, что тут, поскольку... Ну, обязательно войдет такая вещь, масса знаменательная будет, обязательно, неизбежно. А там тут формулу надо, да, посмотреть поаккуратнее. Вот, очень хорошо. Теперь смотрите, теперь вот задача, посмотрим. Развлечемся красивым случаем. Напишите, утечка газа из малого отверстия. Утечка газа из малого отверстия. Весьма актуальная задача. Я сначала нарисую картинку, конечно. У вас есть большое, очень большое жилое помещение.
О, давайте напишем. ISS. Что это такое, знаете? International Space Station. Вот так вот красивая вещь, да? У нее очень большой объем. Пилотируемая космонавтика, тут люди обитают. Вот, здесь появилось маленькое отверстие, из которого вакуум, это вот вакуум, вылетает. Газ, уходит газ. Такой несчастный случай. Теперь я крупным планом нарисую. Ну, надо просто прикинуть, за какое время. Какое время катастрофическое для этого? Предполагается, что в станции все известно. Должен сказать, что вообще задача технологически совсем непроста, потому что утечка газа зависит от формы отверстия, во-первых. Во-вторых, зависит от того, как устроен процесс истечения газа. Вначале он может быть похож на диабат, а потом по мере падения давления это не так. То есть тут технологических проблем много. Мы сейчас ставим себе задачу простое рассмотрение и пессимистическую оценку, да? Вот. Ну, покрупнее нарисую. Значит, как вы думаете, какая ширина стенок у станции? Да. Ну, я просто посмотрел, и это я не придумал, я посмотрел размер отверстия, на самом деле, совсем не маленький, я поставил 1 квадратный сантиметр. 1 квадратный сантиметр – это вот ноготь квадратный. Если вы хотите сказать, что как, 2 сантиметра у нее все толщина? Я-то думал побольше. А мы из дюралюминия. Не, иначе вообще бы на бумаге, вы что? Это страшно. Я тоже думал, что там десяток-то наберется. Но это вопрос, это надо вот посмотреть. Давайте так, мы в университете занимаемся учеными делами. Это я вот рисую то, что называется стенка close-up. Крупным планом. Вот это International Space Station. Это close-up. Вот это вот крупным планом. Значит, вот здесь вот такая вещь начинается красивая. Истечение. Да. 3 миллиметра? Ну, тогда вы можете сразу опротестовать, значит, мой подход к делу. 3 миллиметра толщина. Ну, так вот я про это... Слушайте, тогда мой рисунок не годится. И мой взгляд на вещи не годится. Ну, давайте проверим все-таки, мы же простой. Нет, я-то предполагал, что здесь канал. Вот. Если здесь не канал, а здесь совсем вот такая маленькая щелка, то я не уверен, что тут похоже даже на истечение стекла сопла Лаваля. Ну, допустим, такая картина. Ну и все, я хочу посмотреть, что будет происходить. Какие уравнения? Так, значит, для Международной станции все известно. У нее есть большая масса. У нее есть большой, вот, буква В большая будет означать volume. И у нее внутри все известно. Ρ0, В0, а нет, Ρ0, Т0, П0. И тут все стоит. Ну, по крайней мере, на этом рисунке я не думаю, что появление маленького отверстия сильно повлияет здесь что-то на поток. Нет, ничего тут вначале происходить не будет. Ну вот, а теперь давайте вместе с вами. Что тут? А, еще. Вот это вот площадь сечения, малое отверстие площадью 𝜎 обозначим. В задаче вот это, ну это не я придумал, я посмотрел характерные значения. МС станции как выглядит? Примерно как квартира, да? Площадь квартиры какая? Ну, 50 квадратных метров. Ну, такая, просто. 50 квадратных метров я умножил на 2
чтобы было 100 квадратных метров, ну там, чтобы ходить можно было. Не, ну, кстати, утечка на каком? В каком модуле-то? В российском. Так что, слушайте, давайте так, сразу говорю, решение задачи технологически совсем непросто, и там, вот то, что я здесь нарисовал, это скорее похоже на hole по-английски. То есть такое дыра, отверстие, а на самом деле gap, то есть там трещина, в которой вообще ничего не видно, не поймешь, что там происходит. От формы отверстия зависит результат. Ну, давайте так сделаем. Тогда давайте смотрим. ДМ по ДТ, утечка, с чем будет связано? Минус значение потока здесь, да? На сечение. Согласны? Ну, это просто баланс массы. Да? А дальше уже дело вкуса. Что под потоком? Значит, G. Плотность потока. А дальше хочу ваше мнение. Какой поток-то тут будет? Значит, смотрите, здесь у вас давление от атмосферы, перепад очень большой, вакуум вытекает. Есть основания, что даже на большом размере достиг максимальной скорости. Какую максимальную скорость может достичь вот в таком канале? Не-не-не-не-не-не. В вакууме она знает. Не-не-не-не-не. Максимальная скорость будет очень далеко до истечения. Не-не-не-не. Вот, смотрите. Вы только что подходили, обсуждали. Если вы сделали сосуживающийся канал, да, то из нуля вы можете только до критики дойти. Все. И здесь на критике, то есть это G критическая, ну, это есть не что иное, как критические параметры, про которые все известно. Ну и очень важные слова. То есть это критическая точка на выходе из отверстия. Кстати, можно здесь пометить важную вещь, это важно. Если оно просто больше быть не может. Меньше может, но это хорошо. Чем меньше расход, тем больше у нас шансов выжить. Поэтому то, что мы делаем, это оценка пессимистическая. Все. А дальше, что там? Дальше, что там у нас? Рост со звездой связано с Руной. Какая там формула? Ну вот только что она была. Ну, ее на прошлом критические параметры вычисляли. На прошлом семинаре честно посчитали критические параметры. Они определяются, конечно, параметрами торможения по 0 равно. Ну, тут две формулы, оба полезные. Вот это через скорость звука. Скорость звука обычно все хорошо понимают. Если мы сидим на космической станции, здесь газ при нормальных условиях, скорость звука 330. Да, сразу известно. Ну, а если все-таки смотреть аккуратно, гамма плюс 1, она зависит от температуры. Гамма Т0К. Вот такая вещь. Дальше. Масса с объемом и плотностью как связано? Так, вот это вот, в скобках я пометил, модель. Напишите. Вот это вот. Модель адиабатического истечения из полусопла. Так и напишите. Ее можно критиковать, я сразу и поддерживаю критику насчет того, что такая штука реализуется, это ничего сказать не могу. А с другой стороны, это надо подумать. Но для меня совершенно очевидно, что больше скорости звука там на выходе из отверстия вы не получите. Ничего не будет точно. А мы это и фиксируем. Другое дело, успеет ли, тут проблема вот в чем. Если стенка очень тонкая, здесь у вас газ покоится, а здесь сразу скорость звука. Где адиабатичность? Вот про это разговор. Адиабатичность требует все-таки, чтобы обмена не было.
Если у вас скорость маленькая, обмен есть. Здесь обмен есть, здесь его нет. В общем, сомнительная вещь. Так, М это не число Маха, а масса. Вот я специально пометил ее. Масса как связана с плотностью? Масса на станции с плотностью как связана? Ро ноль на В. Правильно? Вот это вот вольем. Вольем подпишем. Вот. Ну что еще? А, все, еще одно надо сделать допущение, чтобы совпало, чтобы все можно было получить. Ну, если маленькое отверстие образовалось, мне издается сильное впечатление, что первое время, первые, по крайней мере, минуты, тут ничего с температурой происходить не будет. Какая она была, такая осталась, да? Кстати, на космической станции, чтобы температуру поддерживать, там надо разогревать объем или охлаждать? Как думаете? Сдается мне, что лучше охлаждать. А что, там люди ходят? У людей 36 градусов. Они тут... Что? Нет, я не знаю, я просто помню, я читал в литературе, что они, им там жарко. Нет, если на солнечной стороне, конечно, беда, это ясно. Нет, вы в тени находитесь, никакого внешнего источника есть. Если на солнце, еще хуже, там, конечно, надо охлаждаться. А вы, если находитесь в тени, у вас теплообмен с внешней средой отсутствует, да? А приборы всякие работают, энергетика, в конце концов, тепло уходит. Поэтому сдается мне... Ну, в общем, Т0 является константа. Вот такие сделаны допущения. Все, отсюда, не спеша, уравнение для плотности газа на станции. Без труда вы получите. Ну пусть кто-нибудь развлечется, а потом мы оценку сделаем. Кто хочет? Что? Так, не, давайте сейчас. Вот тут смотрите, у нас есть студенты, которых я тут вот. Я вас боюсь спрашивать, потому что я спрашивал, их нету. Значит, их может быть и сейчас нету. Вот. Ну кто хочет поразвлечься-то? Вот можно вас попросить? Да. Ну не, а вы еще раз? Вперед! Значит, вместо М поставляете ρ0, значит, d по dt. Кстати, объем меняется у станции? Ну, конечно, он стоит что-то. Поэтому вытащить. Только вы большую пишите. Не, вы пишите большую, чтобы скорости не перепутать. Во-во-во. Вот, dρ0 по dt. О, равняется минус, не, вот это сразу, ро со звездой, ну конечно, ро, не, минус ро со звездой, ро со звездой, это, во, и на сигма, сигма это, а вот, кстати, я помечу, вот это вот, вот широкой сигма, это вот это вот, сигма константа, вот она тут заодно, замечательно. Ну да, да, это вот площадь. Поэтому, значит, пишите, V делить на сигма, d ро 0 по dt равняется, а вместо ро и V вот этого, подставьте вот эти две формулы, вот эту и вот эту. Можете любой, лучше, смотрите по физике. А ноль по смыслу, что такое? Скорость звука, с чем равна скорость звука при равных условиях?
Число в воздухе, Во, значит, вы это сразу знаете. Если вы сюда подставите, Т0, 300 градусов, молекулярный вес воздуха сколько? Молекулярный вес сколько? 29. Но массу протона-то вы не помните, она будет умножать. Поэтому вот это лучше. Подставляете то, что и так понятно. Кстати, тут оценка для воздуха, я вам сейчас скажу. Я же вам там параметр специально привел. Для воздуха числа просто есть. Для критических параметров есть прямые числа через Т0. Все. Нет, ну так писать не надо. Вот. Значит, что у вас получается? Уравнение какого типа? Д0 по ДТ. О, равняется. Минус вот. Да, хорошо. А тут скобочку откройте. А потому что тут. Не, минус Р0 это вы написали правильно. А здесь будет у вас всякий коэффициент. Пишите там. Так. Во, замечательно. Или, смотрите, величина стоящих квадратных скобках – это числа. Сечение задано, объем задан, гамма задана, все задано. А ноль вы даже вспомнили, чему равно. Поэтому уравнение такого типа. Д0 по dt равняется минус Р0 делить на тау. Где тау? Вот это вот, ну перепишите его. Вот это, чтобы все было, чтобы зависеть от параметра, только наоборот. Так, только в минус первой степени. То есть вам надо v делить на сигма, вот отсюда, и вот на эту вещь. V большое, ну вот отсюда. V делить на сигма, и вот на этот вот коэффициент. V, и в знаменателе, вот, ну как, его надо только... И вот этот знаменатель. А0 в знаменателе обязательно. V. И это какой-то коэффициент длиннющий. Допишите его. Его сразу не приведешь. Там есть. Да. Да. О. А следующий корень из 2 на гамму плюс 1. Отлично. Так. Такое уравнение решали? Такое уравнение физики встречается очень часто. Как называется? Как называется? Ни на что. Тау какой имеет смысл? Это так называемое релаксационное уравнение. Релаксационное уравнение. Вот. Ну вы его решите, и название будет понятно по... Какое у него решение? Д0 делить на Р0. О, равняется... Минус dt делить на t. Отлично. О. Так. Натуральный логарифм. Ну да, правильно. О. Равняется. Минус t делить на t. Минус t делить на t. Минус t делить на t. Вот это плюс аккуратно пишет плюс константа. А константу пишет как логарифм какой-нибудь. Какое решение это? Ну давайте. Ну, нет, я хочу. Р0 от t как выглядит? О. Да, конечно. Е в степени. Да, правильно. Во, золотые слова. Смотрите, вот совершенно верно. Почему называется релаксационное уравнение? Потому что зависимость. Это вот какая-то константа, Р0 в начале момента времени. А тут стоит экспонента минус t делить на тау. Вот это решение. Смысл тау какой? Значит, в начале момента времени при t равном 0 у вас плотность равна Р0, правильно? Если у вас время равняется тау, да? То плотность у сколько? В две раз. Падает, да? За время тау
падает две раз. Но это означает, что в данном случае, значит, тау это что-то вроде время жизни. Вот. А теперь совсем формальные вещи. Все, спасибо. А теперь, значит, давайте, спасибо, все это правильно. Ну, хорошо. Теперь пример. Пример в воздухе. Для воздуха вот эти коэффициенты, я вам в прошлый раз говорил. Я сейчас напишу, чему они равны. Для воздуха, значит, 2 делить на гамму плюс 1 в степени 1 на гамму минус 1. Это есть. Это по плотности, да? Это есть 0,634. А второй коэффициент, который там есть, 2 делить на гамму плюс 1, это есть вроде как 0,913. Отсюда вы получаете, ну, на 0,6 на 0,9 умножить, прибавить 0,5 получится. Поэтому тау, отсюда следует, что для воздуха тау это примерно объем, ну, двойку поставим, объем делить на сечение и на скорость звука. Вот теперь давайте прикинем. Вот это ответ. А теперь все-таки интересно число посмотреть. Итак, станция 100 квадратных, 100 кубических метров, отверстие большое, квадратный сантиметр. Сколько проживет? Значит, 100 кубических метров. Это значит сантиметр кубический. Сколько будет? 10^6. Да? Ну, кубических сантиметров. Все аккуратно. Сечение большое. Дырка от метеорита. Слушайте, я не верю, что там 2 сантиметра. Это 2 миллиметра, она держит вот это все. Удивительно. Не, ну это я просто в восторге, если это так. И А0,3 на 10 во второй, это метров в секунду. И на 10 во второй, что было сантиметров. Ну что получится? Во, примерно 10^4 секунд. Не, почему 3600 секунд в часе, да, примерно, да? Сколько секунд в часе примерно? Значит, сколько это? Нет, почему? Нет, 3 часа. 3 часа. За 3 часа можно надеть скафандр. Ну и попытаться. На самом деле, я думаю, что если там такое здоровое отверстие, то оно дует. Не-не-не-не-не, это у вас за 3 часа она упадет в ЕРАС. А кстати, это я там в задаче спрашивал, когда она в 2 раза упадет. Ну то на логарифм двойки умножьте. Логарифм двойки там я не помню сколько. То есть это. Что? Ну это не важно. Нет, слушайте, давление в 3 раза падает, это очень серьезно. Я вам пример приведу. Пример с бытовой. Высота, самая высокая точка на Земле сколько? 8 километров Джомолунгма. Полезно помнить. Между прочим, я вам табличку разослал в материалах всяких. Там есть стандарт высоты. Он как раз показывает барометрическую формулу, аппроксимирующуюся высотой. Так вот, хорошо, там хорошо прикидывать. Барометрическая формула там то же самое. Там x стоит делить на h. Вот это h 8 километров. На Джомолунгме ровно в 3 раза падает давление. И там, на самом деле, я так понимаю, я не знаю, люди, по-моему, в этих... Но это надо долго тренироваться. Там, да, там, по-моему, животные не живут. Животные там километр до 4, яки какие-то хорошие. Потом их туда только силой можно вверх тащить. Вот. То есть это вот падает давление в 3 раза за 3 часа. А теперь я подумал, на самом деле дырка 1 сантиметр, я думаю, что она, конечно, это очень здоровенная. От нее, конечно, будет, от нее такой звук пойдет, я думаю, да, свистящий. Так что пример немного модельный, но, тем не менее, пусть он будет. Что сделали примерно, понятно? Ну и, кстати, в комментариях напишите, что модель адиабатичности сомнительна,
модель правильного сопла тоже сомнительная. Зато проведенная оценка пессимистическая. То есть в реальности у вас будет побольше времени, побольше запас. В этом смысле хорошая оценка по физике, как говорится, минимальная. Все, я благодарю вас за внимание. В следующий раз, пожалуйста, подготовьтесь. Я надеюсь, мы с вами спокойно поговорим. Ну, все, по заданию.